Колеса накачаны? Нет. Почему? А колеса накачать, да? Колеса накачать надо, говорю. А колеса накачать? Колеса накачать надо, потому что сейчас накачаем. Лучше, да?
да, да. Дима! Я в другой аптеке, это у меня там скидка большая, 15%, а то вот эти буквы. Один кассир, да? Видимо, из-за вашего праздника. Да, спасибо. Ну, примерно. Понятно. Я приду в вторник. Это к вечеру приду, да? Вот это я закуплю. Спасибо.
Хорошо. Еще достойно было такое соединение. Как? По целому клапану, да? Угу. Один раз в день. Спасибо. Хорошо. Со следующей женщины. Спасибо. Электровелосипед. Электровелосипед, ну ничего, свечи. Да. Электровелосипед. А, мотора нет? Нету. Не надо крутить вообще. Как? Так. Сейчас увидите, он сам поедет. Без педали. На бензине нету. А электро? Электрический, да. Как интересно. Сколько? Дорого.
Все, да? Держись, говорю, поехали. Потихонечку. Там водички купим. Будешь держаться за меня? Не будешь? Плохо без электромотора, да? Без аккумулятора. Thank you.
кресло для магазина оттуда. Кресло или магазин. Молодой человек, карту.
Польска, да? Польска? Да, лед. Скорость-то маленькая, тем более лед. Там скользко дело. Снег не чищенный ни хрена. А мы сейчас здесь под горку, потом зацепишься за меня в горку, поднимемся. Езжай.
Зацепишься? Да? Зацепишься? Потихонечку. То устанешь. Километров всего проехали. Идет самосвал, а может сломался, похоже, сломался.
Ну, бабушка звонила, да. На ходу едем. Так удобнее, так делать, отдыхают они. Проверка сигнала. Подрастешь и на белом велосипеде будешь ездить. Там аккумулятор будет стоять, электродвигатель. Я говорю, когда подрастешь, говорю, будешь ездить на этом белом велосипеде, на бабушкином, с электромотором.
еще 3 километра, один круг еще, да. Да. Чтоб 10 километров было. Ты в окошко нас не видишь, что ли? Мы уже 4 раза вокруг дома проехали. Так. А положить-то его нельзя, что ли, никуда? На мою кровать положишь, ничего с тобой не станет. Я не могу сейчас приехать. В крайнем случае, сейчас поеду домой, это будет через полчаса. Да ничего, как обычно. А? Как обычно начинается. Пистопляска. Мася не может стоять? Нет, Мася уснула. Мася уснула? Да, все, а поехали. Что такое? Да ничего. Сейчас что назвали? Я тоже не понял. Потому что дорога-то одна. Вон КамАЗ приехал. Ну да. Thank you.
есть лекарства, купил я его. Так мы едем домой. Мы едем домой, все. И он, ты точно это? А в задницу на чем? Зачем так со мной разговаривать? Потому что ты бы объяснила сразу, мне нужно лекарство. А ты что сказала? Мася на руках! Ты сказала, Мася на руках, мне одной скучно. Вот ты что сказала. Надо сразу говорить, привези мне срочно лекарство. Без Мася. Без Маси. Не то, что Мася у меня на руках. Это не нужно было говорить. Приоритеты вовремя расставляй. Все, еду. Там сворачивать будешь. Сторону дома будет сворачивать будешь. Пошли. You're my inspiration.
подъезду подъезжай. К подъезду. Домой. А? Домой. Ставь велосипед и к бабушке бегом. Я к подъезду подъехал. К подъезду домой. Бегом велосипед ставь. И выходи.
Все, беги к подъезду. К подъезду беги. Давай бегом. Привет. Да, покатались немножко на велосипеде. Ага, на его велосипеде колеса спущены только у него были. Пипки провернуло нахрен. Ну, сейчас надо ждать, короче, когда все растает, потом уже колеса спустить. Ладно. Чувак сейчас шел, короче, бесплатно говорит, на бутылку, нет вина. Бесплатно? Да, что-то там ни акциза, короче, ни даты розлива, ничего нету. Паленка что ли? Непонятно, вообще говорит, надо, нет? Я-то вон взял эту такую простую. Вот я не знаю, вообще сомневаюсь. Просто две этикетки, не даты розлива. Отравишься еще, ну я нахер. Ни акциза, ничего нету. Ну, ладно, погнали, то бабушка ждет лекарства, блин. А что, дома там кто? Никого нет. Вика с мелким уехала? Нет, мелкий у нас.